А теперь мы будем учиться вести шайбу, прыгая на одной ноге из стороны в сторону. Начинаем с левой. Сначала сделайте небольшой прыжок. Но если можете, сделайте прыжок побольше. Итак, ведем шайбу и прыгаем из стороны в сторону. Затем увеличиваем длину прыжка. Если у вас получилось выполнить упражнение на прыжки и одновременное ведение шайбы из положения стоя на месте, можно попробовать выполнить его в движении по льду. Начинаем с левой ноги. Начинаем с маленьких прыжков, можете переходить на более широкие прыжки. Итак, ведем шайбу и прыгаем из стороны в сторону на правой ноге. Еще раз повторим упражнение. Прыгаем из стороны в сторону, затем увеличиваем длину прыжка. Ведем шайбу, прыжок. Теперь выполняем прыжки на правой ноге в движении. Как и в прошлый раз, начинаем с коротких прыжков. Постепенно переходим на более широкие и высокие прыжки. Не забывайте про шайбу.